Нова раді стала, яка не бувала. Над вертепом зоря ясна, увесь світ засяла. Де Христос родився, з діви воплотився. Алілуя! Слава Ісусу Христу! Навеки слава Богу Святому! И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, друзья церковной реформации. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Господу! Приветствую всех! Эти дни такие рождественские, построждественские, предрождественские. Вот, когда миллионы христиан разных конфессий, деноминаций, юрисдикций, организаций вспоминают и празднуют порой рождение Слова Божьего, рождение Господа Иисуса Христа, Рождество Христово, 25 декабря, 7 января. Да, эти даты в календарях церковных католиков, православных, протестантов обозначены вот таким образом. Но исторически, конечно, да, Иисус родился, ну, по-нашему, получается, в сентябре, в месяце Тишрей, во исполнении библейских осенних праздников. Ну, по крайней мере, самое начало их исполнилось. Мы, конечно, празднуем осенние праздники Господни с верой в то, что они вообще исполниться должны, конечно. Это пророческие праздники, говорящие о будущем. Не только о прошлом, даже не сколько о прошлом, сколько о будущем. Но вот, среди прочего, это и праздники, уже исполнившиеся. Рождества Христова, первое пришествие Машиаха. Удивительно. Да, получается, в сентябре праздник Йом-Труа, праздник Трубного Зова, библейский праздник. Вот. Суккот, праздник кущей, поставления. Это все праздники для нас, которые ассоциируются именно действительно вот с первым приходом Машиаха, с Рождеством Христа. Исторически это так и произошло. Кстати, уже не первый год уже. Именно вот в сентябре мы проводим такие празднества. Вот, говорим не только о будущем, но и о прошлом. Говорим о том, что уже частично эти праздники исполнились в малой степени именно в первом пришествии Господа Иисуса Христа. Ну, вообще, осенние праздники, они как раз вот стимулируют верующих вот так вот, такой адвент, вот как в христианстве принято и называть, да, вот, даже есть адвентисты седьмого дня, такие группы верующих, такие церкви есть. Я посещаю тоже такие собрания, иногда проповедую в таких тоже собраниях, да и среди моих студентов много адвентистов. Вот, и знаете, удивительно, но вот само ожидание Господа, возвращение Его славного, это прекрасная нотка. О, спасибо тебе, Господь, спасибо. Вообще Библия заканчивается такими словами, канонические писания заканчиваются такими словами, книга Откровений: «Гряди, Господи Иисусе». Он говорит, что Он грядет, что Он скоро вернется. Вот, и церковь, и дух, и невеста говорят одно и то же: «Гряди, Господи Иисусе». Вот, а сейчас, сегодня 6 января, 2019 год, на дворе по гражданскому летоисчислению, вот, ну, условно так мы говорим, от Рождества Христова, хотя исторически, опять-таки, тоже здесь несуразица такая, Иисус родился пораньше, на 3,5 года, чем это принято считать, вот, поэтому далеко не 2019 сейчас на дворе, но вот так вот все наперекосяк, все не так, как надо в Церкви Христовой, ну, из-за нашего же непослушания, по нашим грехам все это, из-за антисемитизма, из-за отрыва исторического христианства от своих библейских еврейских корней веры, вот, из-за гордыни, и, в общем-то, привитых ветвей гордыня, очень страшная гордыня, вот, и, знаете ли,
Ну, это отдельная тема, тема отдельных семинаров даже, я так скажу, потому что я об этом рассказываю в семинарах по истории христианства, потому что, по милости Господней, на основании Слова Божьего мы не только можем изучать историю прошлого, прошлую историю христианства, прошедшую историю христианства, и не только анализировать день сегодняшний в свете Слова Божьего, видеть его, день сейчасшний, но мы можем и видеть день завтрашний, день будущий. Будущее, да, через Слово Божьего. Эсхатология, учение о последних временах, это тоже, по сути, часть истории христианства, тема истории церкви. Поэтому, когда я провожу семинары, если это позволяет время, если есть возможность проводить такие большие семинары, не 1-2-3 дня, а так, недели, 2-3-4 даже недели, как St. James College, Святого Иакова колледж, где 4 недели как раз были каждый раз у меня, 2 недели с книги «Деяний» до эпохи Великой Реформации, и 2 недели потом продолжение как бы с эпохи Великой Реформации. Начало, то есть закончилась эпоха Великой Деформации, деградации мирового христианства в начале 16-го столетия. Началась эпоха Великой Реформации, восстановления, покаяния, исправления церкви. И до книги Откровений включительно. Поэтому тема эсхатологии, она включена, будем так, включается, органично входит в тему истории христианства. Сейчас эпоха Великой Реформации, на самом деле, Великого Обновления. Я как православный реформатор, как православный христианин евангельской, библейской веры, конечно, выступаю обеими руками за реформацию. Ecclesia Semper Reformanda, паки и паки. Снова и снова напоминаю вам слова великого мужа Божьего еще 3-го столетия нашей эры, когда нашей с вами церкви было всего лишь там 200 лет и каких-то. Вот, церковь Иисуса Христа была еще молода совсем, юна, но проходила очень серьезные испытания. Архиепископ Киприан Карфагенский, святитель, муж Божий, лидер североафриканского христианства, да и лидер вообще тогда христианства, один из лидеров мирового тогда христианства 3-го столетия. Вот он говорил свое знаменитое: «Церковь непрестанно реформируется, всегда обновляется». Но там буквально в оригинале «Ecclesia Semper Reformanda». «Semper Reformanda» — «Reformanda» — это именно действительно реформация, а не просто обновление. Потому что реформация — это покаяние, исправление, работа над ошибками, покаяние церкви. Ну и, как говорил другой муж Божий великий уже нашего времени, 20-го столетия, начало 20-го столетия, 100 лет тому назад это было, вот, святитель Антонин Грановский, извиняюсь, я все вспоминаю последние времена, эти последние дни Александра Веденского просто, но это был не Веденский, это был Антонин Грановский, святитель, который в 27-м году умер в Москве. Вот, он говорил, что прежде самого себя реформировать надо. Действительно, реформация начинается с меня, вот, с каждого из нас. Да, к сожалению, аккумулятор разряжается быстро, но благословляю всех вас, дорогие друзья. До встречи. Вот, уже в следующее воскресенье планирую быть у нас в церкви в Киеве. Вот, разделим нашу общую радость эту. Вот, поделюсь Словом Божьим. Приходите, буду рад вас видеть всех. Благословляю. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Тулы, с парка Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Мир всем вам и благодать да умножится. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя, нова ради стала, яка не бувала.